Nuclear Music. Так, друзья, Nuclear Music. Да. Прямая трансляция с квартиры Юры Гименовича. Здравствуйте, мы начинаем. Друзья, Нелька, Саня, у меня в гостях. Друзья, ну, давайте поговорим. Поговорили. Она снимает же когда? Да, ну, на паузе. А, вот. Все, мы тут, мы снимаем? Технические неполадки. Да, есть, рэк есть, вижу. Вот, не, вот теперь мы снимаем. Это пауза. Если я паузу поставлю, он не будет снимать, по идее. Ну это... Пауза ставит. Блин, я не знаю, что с ним. Я уже давно... Продолжить, да, вот. Все. У нас нормально. Я выключу. Все, мы снова с вами, Nuclear Music, трэм-парэм. Мы сейчас говорим, как брендочки. Жесть. Так, с вами диджей Сани, Нелька, и я, диджей Джей. Ну, мы говорим такими странными голосами. Мы не наглотались гелия, нет, у меня тут не взорвался баллон дома. Мы не курим трэп. И вы тоже не курили. У нас все нормально. И у вас тоже. Просто такое видео на позитиве. Нет, у нас такие как бурундучки. Мультик видели бурундучки? Похоже. Так. Меня зовут Элвин. А я буду Саймоном. Саймоном, да, точно. Буду. Давай я Саймон. А у нас... Сэсэ. Саня. Саня Саймон. Саня Саймон. А ты Ю... А? Юра. Так, друзья, давайте о чем-нибудь поговорим. Поговорим мы вот о чем. Нибудь. О чем-нибудь. Мы тут сидим, записываем новый трек. Новый трек, как он будет называться у нас? Троица. Free be one. Body feeling. Free to one. Free to one. Мы еще пока не придумали название. Фризебром. Лиля, отключилась ненадолго. О, Элвина, технические неполадки. О, я-то у тебя дома. Да, ей позвонили. Ей позвонили. Мне позвонили Билайн. Да, они полуодноклассники, я их называю любовник. Так, друзья, ну мы уже тут делаем проект. Да, проект я уже получила. Вот, кстати, это реклама. Диски в подарок, старый диск, новый мюзик. Ну, друзья, давайте сделаем такую тему. И вспомним, какие были альбомы у нас. Вспомним, да, вы все? Сейчас я вспомню, какие альбомы были. No Music, No Life. Вот ты мне этот трек передавал. No Music, No Life. Вот, я вспомнил. Друзья, видео на позитиве. Вы просто голоса не слышите. Жесть. Я тут. И я. И я того же мнения. Итак, я опять включил наушнички. Давайте подумаем, как будет называться следующий альбом. И как будет называться... Сейчас я, честно говоря, пишу 14 для группы Eclipse. Пардон, Callisto. Callisto, это будет Memory. Eclipse, Callisto. Это будет Memory альбом. 14 по счету. 15 у нас будет мега тоже. Будет он у нас летом. Этим. 2016 года. Будет называться Т. Я забыл название. Трио и Зеро. Трио и Зеро? Нет, там будет нас много, там не трио. Там будет Америка, Япония, Европа, Россия, все страны СНГ. УЗБ так. УЗБ будет редко. 2000 free. 1 миллион. Друзья, я не понимаю, что они говорят. На албанском. No spraying. Вот. На русском. You don't ask. I don't know. You don't ask. You don't understand.
Здесь, я думаю, нас запикают. ТВ. Может, этот... Мозг. Вы проверяли мозги? С чем они похожи? С каким звуком они схожи? А вот мы проверили, что... Мы не проверили, мы идем к вам. Вы еще слушаете старую скучную музыку? Вы не находите себе места? Проверь свои мозги. Да. Тогда мы идем к вам. Вся такая добрая команда. Да? Да. Возьмем наш инструмент. Еще она там что-то достала. Микрофон. Удачи себе. Хорошая позиция. Ломай меня, диджей, ломай. Ты на паузу нажимай, он там время нажимает на паузу. Так, я просто путаюсь. Нет, это продолжить. Так, все. Тем же. Окей.